Доказать превосходство привычным способом – в бою, решили кудаисты. Представители единоборства встретились в Уссурийске. Именно наш город стал местом подведения итогов учебно-тренировочного года. Многие участники соревнований накануне повысили свое мастерство и уже использовали более обширный арсенал приемов. Перед ним прошли мероприятия аттестационные, то есть спортсмены сдали на пояса, и этот турнир является заключительным. Сегодня присутствуют спортсмены из Хасанского района, мы приехали, Уссурийского городского округа, также Михайловского района. Опытным спортсменам на пятки наступала молодежь. При этом начинающих бойцов значительно больше в списке участников. Спортивная карьера многих стартовала только в этом году. Но были среди кудаистов и подростки, которые занимаются уже несколько лет. У них есть принципиальные соперники. А к ним и стратегия ведения боя. Чтобы победить, здесь важно слушать тренера, усиливать тренироваться. На медали претендовали 150 человек, но не только награды за эти соревнования получили участники. За трудолюбие и достижения в учебно-тренировочном году спортсменов наградили дополнительными призами. Благодарности детям и тренерам вручил депутат Законодательного собрания Приморья Александр Кирилюк. Я помню себя спортсменом, и для меня такие мероприятия были очень важными. И когда какие-то мужчины вручали какие-то мне медальки, грамоты и даже денежные призы, мне это очень нравилось и мотивировало очень сильно. Поэтому для меня спорт всегда останется двигателем мужского характера, воспитания мужского характера. Ну, собственно, девочки тоже принимают активное участие, мне это нравится. Тройка кудаистов завершила сезон в новом звании кандидата в мастера спорта. Зачетные книжки и знаки отличия вручили Леониду Грушевенко, Петру Кахно и Николаю Громову. Впереди у бойцов учебно-тренировочные сборы, подготовка к покорению новых вершин. Наталья Зайцева, Николай Ларченко, Телемикс.